Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмагилова. И сегодня у меня вновь заказ Avon. Это уже четвертый каталог 2019 года. Что-то, мне кажется, в последнее время очень много видео выходит на моем канале именно с обзорами на свои заказы. Но не знаю, видимо, очень быстро время проходит. Получается так. В общем, вот очередная коробочка. Она у меня в единственном экземпляре в этот раз. И давайте посмотрим и рассмотрим, что здесь есть. Я знаю, что есть здесь как заказы моих клиентов, моих знакомых, так и подарки. Запустилась очередная акция в Avon. Нужно было собирать лайки за каждые, по-моему, 500 рублей в заказе. И потом эти лайки менять уже на подарки. Честно, не помню, что заказывал на подарки, но думаю, в ходе разберусь и вам об этом скажу. Как обычно, давайте начнем с самой большой части. И что первое у меня попадается, это вот такой шампунь. Здоровый блеск, 2 в 1 шампунь, ополаскиватель, клевер и черная смородина. Это серия Avon Naturals. Очень хорошие всегда на нее акции и очень хорошо их берут. Всегда очень хорошо берут, потрясающие ароматы. Но мне данная линейка не очень подходит. Я уже не раз об этом говорила. Мне подходит больше серия Advanced Technics. Вот там, безусловно, все шампуни мне подходят, а вот здесь бывает такое, что, ну, как-то вот странно у меня волосы ведут себя после данного шампуня. Не после данного конкретного, а именно после данной линеечки. Так, дальше у нас здесь вот такая вот туалетная водичка. Это у нас Avon Attraction. Это у нас мужская водичка. Да, у меня ее заказали. Мужская туалетная водичка. Она вся запакована, поэтому, естественно, никак вам не могу показать. Даже флакончик показать не могу. Дальше. Очередная туалетная водичка. Это Pur Blanca. Тоже от Avon. Давайте покажу вам, как она выглядит внутри. Вот такой флакончик. Очень свежий аромат. Pur Blanca такой очень-очень старый, очень древний аромат. Один из самых первых, по-моему, который был в Avon. И вот он до сих пор существует, потому что на него до сих пор есть спрос. Потому что аромат очень-очень приятный, очень-очень нежный. Так, дальше. Это у нас лосьон для тела Инканто, нефритовый цветок и шок. Это новинка прошлого каталога. У меня были пробнички. Честно говоря, даже еще пока их не попробовала. Но вот раз у меня вот уже заказали эту новиночку. И очень такой интересный флакончик. Очень красивый. И будет, я думаю, украшением любой корзиночки, либо любого столика, где он будет находиться. Дальше. Дальше вижу у меня здесь два жидких мыла из Avon Senses. Это «Счастье» с ароматом граната и фрези и «Небесная гармония». Вот такие жидкие мыла. Они тоже частенько бывают по акции, поэтому их с огромным удовольствием все берут. Вижу кремик для рук. Кремов, по-моему, для рук в этом заказе очень-очень много, насколько я помню. Давайте их попробуем все отыскать. Первый это интенсивное увлажнение с пчелиным маточным молочком для сухой и очень сухой кожи. Да, у меня их как минимум два вот сейчас вижу. Дальше вижу еще один. Это скорая помощь, мой любимый крем. Всегда и всем его советую, если у вас действительно очень сухая кожа рук, и если кожа даже трескается. Вот он действительно поможет, потому что у него действует просто... просто потрясающе. Он работает именно как лечебная мазь. Искать не буду, шуметь не буду. Буду доставать все как есть. Дальше у меня здесь New Clinical. Это лифтинг и укрепление. Система 2 в 1 для кожи вокруг глаз. Крем-гель. Здесь небольшой объемчик. Давайте посмотрим. 2 по 10 мл. То есть в одном тюбике, в одной баночке 2 средства. Это у меня счет фактура. Дальше давайте все бумажные материалы уберем, чтобы они нам не мешали. Это у нас Avon Outlet. Скидки до 75%. Далее в обязательном порядке положили свеженький каталог. Это уже номер 6. То есть сейчас у меня пришел 4 заказ по 4 каталогу. Там лежат каталоги 5. А это уже самый-самый свежий, который начнет действовать только 16 апреля. Ну и здесь у меня, как вы видите, опять целая груда каталогов. Как я вам сказала, я заказываю их по 10-13 штук. Так, ну что, давайте дальше.
Дальше идет вот такой вот в большом объеме 400 мл лосьон, нежность с молочными протеинами и витамином Е, Avon Care. Вот такой большой-большой лосьон для нормальной и сухой кожи. Следующее это очищение. Мицеллярная вода. У меня такая мицеллярная вода была, очень даже достойная, я бы вам сказала, поэтому присмотритесь, если вы еще раз думали, обязательно попробуйте. Не скажу, конечно, что от нее какой-то вау-эффект будет, то есть прямо затмит все ваши предыдущие мицеллярки, но она вполне-вполне достойна, это точно. Дальше вот такой крем Avon Care. Это молодость актив для зрелой кожи. 100 мл. Вот такая вот баночка крема. Дальше. Вот еще вижу как раз крем для рук. Ну-ка, подождите, еще одна баночка. Ага, их, значит, две штуки у меня заказали. Посмотрите, еще один такой крем. Вот он. Дальше смотрим. У меня крем для рук очередной. Питание с маслом какао. Крем для рук для сухой и очень сухой кожи. Ну, какао, шоколад, в принципе, аромат я вообще обожаю. И вот сам по себе у меня такой вот вид и такая картинка. И этот аромат мне очень импонирует. Но заказала я не себе. Это у меня заказали. Дальше смотрим. Это очищающий скраб для лица, для нормальной и сухой кожи. Вот это, по-моему, было как раз-таки на Лайке, насколько я помню. Сейчас еще посмотрю, что еще есть из этого. Но, по-моему, брала на Лайке. Честно, не помню. Между тем, как я заказываю, и между тем, как заказ приходит, проходит буквально дня 4-5, и у меня такая полная амнезия настает. Я вообще не помню, кто у меня что заказывал, что я заказывала сама себе. Ну, в общем, ладно, по-моему, это было за Лайки. Разберемся, посмотрим. Дальше у меня здесь лосьон-спрей для тела, ароматная ваниль и сандаловое дерево. Очень легкий спрей, кстати, очень такой интересный вариант. Можно использовать как на волосы, на тело, так и в качестве освежителя воздуха в комнате. Также можно на постельное белье. Довольно универсальное средство и очень-очень много вариантов, где вы можете данный спрей использовать. Поэтому присмотритесь, если еще задумывались над этим. Дальше мне попадается еще один крем для рук, тоже скорая помощь. Я про него уже говорила. Далее у нас тут две помады. Это у нас Марк. Давайте оттенок я вам вот так вот покажу. Естественно, она вся запакована, запечатана, открывать я не буду. Вот, в принципе, да, оттеночек крупно показано. И вторая, это у нас Avon True. И вот такой вот оттенок. Вот, видно. Так, следующее. Бальзамчик для губ из линейки Color Trend. Очень бюджетная линейка, но при этом очень-очень достойна. Есть вообще потрясающие продукты, поэтому присмотритесь. Очень хорошие туши, помады тоже прям безумно хорошие. И карандашик. Да, карандаш. Давайте посмотрим, что за карандаш. Аккуратненько откроем. Это карандаш для глаз вот в таком черном оттенке. Сейчас я вам покажу, как называется цвет. Обычно, да, просто черный. Black. Далее у нас тут пробнички. Это заказанные пробники. То есть в этот раз прям рядом с основным средством периодически также продавались пробники. Был отдельно представлен на них код, и вот все желающие могли сразу приобрести. По большому счету, мне кажется, это очень удобно, потому что очень многие хотят попробовать продукт, но, может быть, забывают спросить, да, есть ли пробники. Либо, может быть, заранее думают, что их нет, в принципе. Поэтому, когда вот прям на одной страничке с самим продуктом есть возможность приобрести по смешной цене по 20 рублей пробничек, это очень-очень удобно. Как видите, вот у меня два клиента этим воспользовались, и два пробничка у меня есть. Ну и здесь еще один пробничек туалетной водички. Так, давайте проверим. Да, у меня здесь остались только каталоги. И давайте приступим к этой части коробочки. Давайте рассмотрим, что есть здесь. Первое, что мне попадается, это вот такая вот туалетная водичка. Sparkly Citrus. Давайте ее откроем, посмотрим, как она выглядит. Это довольно бюджетные туалетные водички, но с очень-очень вкусными ароматами. Вот такой вот флакончик.
довольно лаконичный. Здесь именно из этой линейки каждый, мне кажется, сможет найти то, что ему нравится. Здесь есть как более свежие ароматы, более зеленые, такие травяные, как я думаю, все-таки вот этот аромат такой. Есть более сладкие, фруктовые ароматы. То есть на любой вкус вы сможете найти себе аромат, если захотите. Так, следующее у меня... Это Марк, это тени, по-моему, да, это тени, палетка теней. Давайте аккуратненько вскроем, очень-очень аккуратненько. Так, давайте покажу сначала оттенок вам, вот такой оттеночек. И давайте посмотрим сами тени. Цвета. Посмотрите, как потрясающе выглядит упаковочка. Я их раньше не видела, они были всегда только чисто черные. И давайте посмотрим. Вот такие оттенки. Посмотрите, они перламутровые. В них очень-очень много блесток. Какой потрясающий цвет вот этот. Посмотрите. Очень красивые, очень летние оттенки. Ну, потрясающей красоты. Посмотрите, ну, по-моему, даже дуохромный. Шикарные тени. Так, убираем. Смотрим дальше. Дальше у меня здесь парфюмированная водичка Incandescence. Я ее называю всегда Incandescence. Не знаю, может быть, кто-то называет по-другому. Я знаю, что, вернее, слышала, что разные люди по-разному ставят ударение, но вот я как-то привыкла, так и называю. И к нему еще должен идти, да, вот такой вот, вот такая вот водичка уже с роликовым аппликатором. Он такой был некий наборчик, очень-очень приятный наборчик и по очень, по-моему, хорошей, выгодной цене. Так, смотрим дальше. Еще одна туалетная водичка Persif Dew. Потрясный аромат, тоже очень-очень его люблю. У меня заказывают его на постоянной основе. Очень свежий, вот мне кажется, вот прям такой весенний-летний, он очень будет освежать. То есть такая, я бы сказала, сладковатая свежесть. Именно аромат, поэтому обязательно присмотритесь. Очень приятно. И эта водичка, и та водичка, они парфюмированы, то есть очень хорошо держатся на вас. Далее, еще одна водичка, это у нас уже туалетная вода, как раз таки одна из новиночек, Avon Encanto, это нефритовый шелк и цветок, вернее нефритовый цветок и шелк, туалетная вода, вот этот был наборчик у нас, был вот такой лосьончик и вот такая туалетная водичка, всего за 550 рублей, я помню, тоже при соблюдении определенных условий покупки. Очень хороший, как подарок, мне кажется, так и чтобы порадовать себя новиночками. Дальше смотрим, что это. Давайте. Ага, это пришли мои сережки. Я себе заказывала такие серьги вместе с браслетом, но тогда при заказе было написано, что они отсутствуют, и их не будет. И вот сейчас, честно говоря, я не помню, то ли это пришли по моему предыдущему заказу, то ли это мне заказали. Они потрясные. Вы посмотрите, какие они красивые. Вот я как раз таки хотела их. И был еще такой же браслет потрясающей красоты. Они как будто мелкие-мелкие бриллиантики на них. Хотя никаких бриллиантов нет. Это просто красивая такая цепочка. Вот так вот видно. Ну, камера немножко, конечно, шарит. Ну, очень красиво. Очень. Так, дальше я вижу еще крем. Avon Naturals, облепиха и толокнянка. Дневной крем для лица 40+. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Крема очень-очень бюджетные, но опять-таки неплохие. Какая, посмотрите, да, упаковочка не закрыта до конца. Вот очень интересно. Потом покупатели и клиенты, да, которым я привожу заказ, будут думать, что это я там лазила, что-то смотрела, что-то пробовала. Вот такой крем с облепихой. Дневной крем для лица разглаживает, написано. Такой вот кремик. Он довольно-таки неплохой. У меня есть масочки этой серии и умывалки есть. И мне, в принципе, очень нравится. То есть это прям такое хорошее сочетание цены и качества, редко которое можно встретить в других фирмах. Поэтому обязательно присмотритесь. Дальше крем для лица совершенства. Мгновенное выравнивание. Как раз-таки, по-моему, именно эти пробнички. Давайте посмотрим, сравним. Да, вот как раз-таки эти пробнички и предлагалось приобрести. Вот у меня как пробники приобрели, так и сразу полноразмерную версию в 30 мл. Так, смотрим дальше.
тут у меня есть карандашики. Давайте посмотрим, что это. Есть Mark Perfect Brow. Это карандаш для бровей в оттенке Deep Brown. Так, давайте покажу. Ну, вот такой обычный карандаш. Открывать не буду. Сильно, я думаю, не получится рассмотреть грифель сам. Дальше опять Mark. Опять карандаш для бровей. Это уже Soft Brown. А, подождите. Тут у меня вот водичка. Кстати, в руках еще, да? Это тоже с роликовым аппликатором. Она такая вот мутный флакончик. Она подзамерзла немножко, видим, когда ее доставляли. Это тоже идет набором к туалетной водичке Pur Blanco. То есть вот эти два, это вот такой вот наборчик был. И сейчас давайте все-таки один из карандашей посмотрим, потому что я заказала его дочери. И у него очень интересный должен быть. Да, вот, посмотрите, хотела вам показать, обратить ваше внимание. Сейчас у меня камера захочет сфокусироваться. Посмотрите, какой у него кончик. Вот такой вот карандаш, видите? Это у меня дочка себе заказала именно вот данное средство. Ну, камера шалит, конечно же, не может, да, в идеале показать. Но имейте в виду, есть такие карандаши. Это, по-моему, новиночки, потому что раньше я их не встречала именно вот с таким кончиком. Не встречала карандашики, поэтому присмотритесь. Они довольно-таки удобные в нанесении должны быть, и обязательно попробуем. Так, и еще осталось у меня два средства здесь. Это вот такой вот карандаш от натирания кожи ступней. Не заметьте, на коже легко наносится. Вот такой вот карандаш. Как раз-таки сезон начался. Да, у нас весна, скоро лето, скоро босоножки, открытые ножки будут. И поэтому очень хорошее средство. Посмотрите. Заказывают у меня, кстати, уже не в первый раз. И последнее, что у меня здесь есть, это у меня ультраматовый тональный крем. Вот, вот это точно мое, потому что это новинка. Это, по-моему, то, что выйдет именно в четвертом каталоге. Новинка четвертого каталога. Это вот такой вот тональный крем. Давайте его рассмотрим. Сколько здесь миллилитров, посмотрим. Он матирующий кожу. У меня комбинированный склонный к жирности, поэтому мне вот именно нужен матирующий тональный крем. Очень красивая упаковка. Такая вся перламутровая, переливающаяся. И давайте посмотрим. Так, оттенок light beige, то есть светло-бежевый. Брала я на текущее время года, потому что кожа у меня так, ну, довольно-таки светлая, не загорелая на данный момент. Я думаю, он должен быть мне очень хорошо. Ну, посмотрите, я не знаю, насколько камера передаст, но вот я вижу действительно преображение кожи. И такое ощущение, что там какие-то все-таки частички светоотражающие есть, потому что прям как-то все разгладилось, все, тон стал абсолютно равномерным, и он, на удивление, посмотрите, он матовый, действительно нигде ничего не блестит. Потрясающе. Очень хочу попробовать теперь уже на коже лица. Вот обязательно присмотритесь, это новиночка. Если вам нужно будет какая-то от меня обратная связь по нему, так как это все-таки новинка, в четвертом каталоге только-только начнет портоваться, то обязательно напишите в комментариях, я во влог вставлю свой отзыв, и надеюсь, он вам будет этим как раз-таки полезным, потому что пока вот на первый момент, на первый взгляд, мне очень понравилось данное средство. Надеюсь, что оно в дальнейшем меня тоже не подведет. Ну и все, дальше вижу какую-то карточку. С чем-то. А, посмотрите, как интересно, да? К сожалению, в связи с временным отсутствием товара на складе, в ваш заказ не был вложен товар код 54181. Просим вас не учитывать стоимость этого товара при оплате данного заказа. Недопоставленная вам продукция будет автоматически вложена в один из следующих ваших заказов по цене данного заказа. Приносим свои извинения за причиненное неудобство. Очень интересно. Первый раз вижу, что такие вот письма отправляли, такие вложения были, но очень приятно, что предупреждает, да, что не приходится самой выяснять, где какая-то там позиция, где какой-то товар, который я заказала. Ну что, вот такой у меня был заказ по четвертому каталогу Avon 2019 года. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что было интересно. Постаралась максимально, по крайней мере, так и сделать. И, как я уже сказала, если какие-то вопросы у вас возникли, может быть, вам нужна обратная связь, может быть, нужно мое мнение, то обязательно оставляйте комментарии, я каждому из вас отвечу.
Не забывайте, если видео понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!